Какие красивые листики. Это осина, вот сказали. Вот я снимала, как вербочки были, как листочки. А этих пушистиков уже нет, которые были здесь. В виде вербочек вот такие вот. Знаете, как красиво, да? Листва какая. Ой, какая красота. Какая за красота. Прямо листочки липкие такие. Прямо кажется, такие они. Они не липкие, а такие, они такие. Сок все равно на них, конечно, отделяется какой-то. Видите, какая красота. А, красота. Красота. Сейчас алычу вам покажу. Сейчас алычу покажу еще. Она такая красивая. Во дворе у нас распустилась. И хочу показать крупные-крупные цветочки. Ночная съемка, очень такая красивая съемка получается. Она такая изумительная съемка. Вот. О, сейчас начну съемку, покажу все цветы, которые распускаются. Это ж какая-то красота. Просто. Какая-то красота. О, видите-ка. Видите, какая красота. Вот она, красота. Вот она. Ночная такая. Вот шиповник, вот он будет цвести. Гляньте, как красиво, да? Ну, какие у него точечки. Да, такие вот. Такая красотень. Вот такая вот. Красота. Обожаю шиповник. Вот такой красивый. И сейчас покажу вам. Сейчас буду дальше показывать. Вот буду идти и буду показывать вам красоту, которую я вижу. Такая теплынь на улице стоит. 23-24 градуса. Такого апреля я не помню. Чтобы вот так тепло было. И чтобы все листики вот так прямо махом разом распустились. Знаете, как красиво. Вот тут было дерево. Его спилили, осталось вот такое вот. И наросло, наросло, наросло. Быстренько, так быстренько. Гляньте, видите? Целый кустик такой красивый. Да, и вот это маленьким было деревцем. Тоже наросло. И вот тут ягодки. Сказали, что они съедобные. Вот такие ягодки будут. Но пока они не цветут. Нету пока соцветий здесь. Не соцветий, а вот этих таких бутончиков. Еще не время, видимо. Они позже, наверное, цветут, зацветают. Ягодки на них будут красивые. Да, такие. Такие ягодки, они такого черно, такие красные ягодки. Я думала, ядовитые волчьи, думала. Нет, сказали, что они съедобные. Так, сейчас еще покажу красоту. Иду по темному уже двору. Совсем темно. Вот. Сейчас покажу листики, красоту, цветочки. Кто-то уж смеется надо мной, пусть смеется. Мне как-то все равно, честно говоря, на эти смешочки. Вот. Мне нравится природа, я ее люблю. Показываю вам красоту. Вон, как, видите, как красиво. Ой, это ж красота. Это просто красота. Это просто невероятная красота. Сколько жизни мы той живем. Сколько нам еще любоваться этой красотой, никто не знает. Как краток этой жизни миг. Да. Такой он краткий этой жизни миг. Да. Ну, видите, какая красота. На ночном небе. Вот они, красавчики такие. Это липа. Листики такие, видите? Сейчас я их увеличу. Крупным планом покажу. Ага. Да, вот они красивые. Видите, какая красота. Ой, все какая. Красотень какая. Ой, маленькие. Какие красивые, видите? Вот они. Как отсвечивают они. Отражают солнечный свет. Ой, солнечный. Вспышку отражают. Свет вспышки. И вот смотрите, алыча. Гляньте, какая красивая.
Сейчас крупным планом покажу. Вот так вот. Сейчас увеличу, вот так вот приближение сделаю и покажу вам эту красоту. Гляньте как, да? Ой, какая красота. Боже мой, какая все красота. Это ж какая красотень. Такая вот, такая веточка полная цветов. Только распустилась, только. Красота. Вот только распустилась, и уже опадают лепесточки у нее. Листочки эти. Беленькие такие красивые. Знаете, как красиво, да? Пчелка вот летает, она разглядывает их. Смотрите, какая жизнь у пчелки. Вот это она труженица. Труженица, ну сколько ж красоты ей выпало этой пчелке. Сколько она видит красоты. Невероятной, неповторимой. Ни с чем не сравнимой красоты она видит сколько. Так вот, прямо вот в каждый цветочек она окунается всем своим тельцем. Купается в нем прям. Представляете, как Бог пчелу задумал, да? Сколько она красоты поглощает, да? Вот всем своим существом маленьким, пчелиным. Представляете? Оса вот летает, пчела летает. Жучок всякий, букашечка, бабочка. Ах, какая красота все. Ах, какая это красота, гляньте. Вот, вот держу вот так близко-близко. Ой, какая прелесть. Красота. Красота все. Все красота, красота. Как жалко, что вот близкие наши уходят и не видят этой красоты рядом с нами. Может, они с неба наблюдают эту красоту. Может быть, они это видят как-то по-другому. А может, рядом со мной сейчас вот ходят и смотрят на ту красоту, которую я вам показывала. Тоже со мной, может, умиляются. Я не могу говорить, что у меня родители были. Я говорю, что они у меня есть. Просто они где-то в другом мире. И этот мир не видим для нас. Да. Стой, долбачок! Гляньте, как красиво, да? Ой, красота! Какая божественная красота! Это красота! Ой, красота! Я считаю, на свой сверх риск поехал. Ой, красота! Красота! Гляньте, как уходящая ввысь красота! Ой, с неба прямо вот так вот на фоне неба красиво, когда я снимаю вам показываю. Небо такое синее красивое, такое вечернее небо. Еще не ночь, еще вечер, еще 9 час вечера. Вот, и вот так я вам показываю. Ой, красота. Ой, красота. Красота, все. Все, какая красота. Какая красота! Это какая красота! Это невозможно просто оторвать глаз и уйти невозможно от них. Хочется любоваться, смотреть, любоваться. Ой, гляньте, как красиво, да? А пахнет как вкусно. Не могу вам просто запах этот передать. Ой, какая красота все. Гляньте, какие веточки. Гляньте, какая же прелесть, а. Летучая мышка летает над нами. Еще одна. Вон они, летучие мыши. Но, наверное, вы не увидите их. Вон летают в каком количестве большом. О, надо мной прямо, посмотрите, вот они. Летучая мышь, вот она.
Еще, еще, еще. Сколько их много. Видите, вот они летают. Ох, воображают, как они. Ой, ох, как она близко прямо надо мной. Ой, вот они, хозяева ночного неба. Ой, ты, боже мой, как они кайфуют. Представляете? Маленькие, наверное, молодые мышки. Ой, ты, боже мой. Боже мой, какой интересный этот мир. Господи, как он тонок, этот мир. Как он зыбок, этот мир. Как он непередаваемый, какой этот мир все равно. Невозможно всю красоту настолько запечатлеть и ощутить ее. Вот. Прямо плакать хочется. Вот прямо смотришь. Господи, Бог так откровенен прямо в этой красоте с нами. Господи, кто еще вот говорит, что само все создалось? Как же это могло все случайно возникнуть? Никак. Гляньте, какая красота. Я вам показываю вот эту красоту. Сама восхищение. Гляньте, как красиво. Из какого-то вот прямо пенек остался. Вот пенек. И вот из одной точечки там вырастают вот такие стволы, мощные такие. Вот смотрите, маленький пенек, его срубили, спилили. Ну, такая красота. И вырос вот такой вот кустик вместо дерева. А потом образуется, видимо, уже такой ствол мощный, крепкий. И вырастает потом дерево. Вы гляньте, это сказка. Это непередаваемо. Гляньте, как. Боже мой, какая волшебная красота. Гляньте, прямо, ой, красота. Сокровища прямо какие. Гляньте-ка. Боже, это ж такое таинство, вот сейчас я наблюдаю. Боже мой, боже, боже мой, боже мой. Какая все красота. Вы ж посмотрите, какая это красота. Это я вот так росла, мамочка мне говорила, Леночка, дочечка. Ты глянь, какой листик. Глянь, какой листик. Гляньте, какой листик. Я вам как мамочка моя говорю, гляньте, какие листики. Ну только гляньте на это. Ой, боже ты мой, боже мой. Боже мой, какая все эта красота. Какая, какие мощные почки. Как вот это все происходит, таинство какое. Боже мой, как же это все необыкновенно. Как же оно все так проникновенно, душевно так, прямо сильно. Прямо вообще не объяснить, это не передать чувство, которое ты испытываешь, гуляя вот среди этих садов красивых. Красота. Вот подержу это в кадре. Красота какая. Крупненько вот держу вам вот так, чтобы вы посмотрели. Видите, вот так вот. Ой, красота. 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 Вот это красота все. Ой, красота какая. Какая красота. Какая все красота. Непередаваемо, конечно, все равно. Вот сколько хожу. Ой, от цветочка к цветочку. Сама как-то пчелка. Всем доброго вечера. Прекрасного настроения. И добрых вам дел, люди. Творите, творите добро. Делайте добрые дела, кто как может. В чьей власти, какие, вот, как говорится, способности, возможности. Творите, творите добро, творите. Спешите делать добро. Спешите, творите добро, люди. Ой, это красота, это невозможно, это просто. Я даже не могу уйти. Не могу расстаться. Вот пришла прямо как на первое свидание к любимому человеку, да? И ты любишь, любишь, любишь. И это вот весна, каждая весна, она такая необычна вот этим своим цветением. Это же красота. Господи, красота какая. Красота. Красота. Все. Каждому цветочку хочется сказать спасибо, что ты есть такой. Что ты распустился. Что ты вот показываешь себя во всей красе. Что доверяешь мне, что я не сорву тебя, не уничтожу.
не покалечу лепестков твоих красивых. Там блестит прямо капелька внутри. Так, если посмотреть, прямо такая капелька жизни, сока жизни. Гляньте, какая красота. Вон, видите, внутри отблескивает прямо там. Серединка такая блестит, у цветочка. Ой, красота. Красота. Котик прибежал тоже понюхать вместе с ним на цветочке. Ой, ты, боже мой. Боже мой, боже мой. Красота. Красота. Ой, красота.